Развязка на Белгородском шоссе улица Академика Проскуры и Чкалова является важным связующим транспортным звеном городских артерий Харькова. Здесь встречаются потоки Северной Салтовки, поселка Жуковского и Пятихаток, которые устремляются далее по Белгородскому шоссе в центр города. Еще весной этого года городские власти анонсировали масштабную реконструкцию данной развязки, а в июне начались дорожные работы. Как происходит ремонт данного участка дорожной сети, чего ожидать горожанам после открытия данной дороги, подробнее в этом видео. Реконструкцией данного участка дороги занимается победитель тендерного конкурса Black Sea Consortium. В документации указан план работ, которые предстоит реализовать на территории. Главным изменением в данном проекте является расширение проезжей части по Белгородскому шоссе и улице Академика Проскуры, а также сооружение ответвления в сторону поселка Жуковского на южной стороне улицы. Согласно данному проекту, стоит ожидать то, что северная сторона улицы будет переоборудована под односторонние движения. Сейчас здесь машины передвигаются по встречным направлениям, так как направление после поворота с Белгородского шоссе на Академика Проскуры пересекает поток машин с улицы Чкалова, и здесь отсутствует регулирование проезда, здесь часто появляются заторы, а иногда и случаются ДТП. Отдельный вопрос стоит с троллейбусной сетью. Через данную развязку проезжает двойка, 12, 17 и 50 маршруты. Если последние три направления ремонт развязки никак не коснется, то движение второго троллейбуса будет изменено. Он будет сворачивать на южную часть улицы Академика Проскуры, останавливаться на остановке улицы Чкалова и сворачивать на новое ответвление в сторону поселка Жуковского. Состояние на 3 августа, строительство находится в активной фазе. Уже есть готовые участки на Белгородском шоссе, тут расширили проезжую часть и добавили одну полосу для удобного распределения потоков транспорта. Остановку 50-го троллейбуса переместили чуть севернее, сюда уже принесли корпус остановочного павильона и бетонные плиты для платформ. Такую же работу проделывают и с остановкой улица Чкалова. Нельзя не отметить сооружение тротуара вдоль Белгородского шоссе. Уже проложен бордюр пешеходных дорожек, а в скором времени приступят к заливке асфальта. На данный момент работники трудятся над укладкой и переоборудованием коммуникаций, в частности прокладки кабелей и замены теплосети. Также расширили небольшой участок дороги на улице Академика Проскуры, но эпицентр работ находится на дорожном узле, где укладываются щебневые подушки на южной части улицы с ответвлением на поселок Жуковского. Дорожные катки уже утрамбовывают щебень. Все пешеходные переходы, а именно на пересечении улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе, на улице Чкалова и по шоссе между велодорожкой и троллейбусной остановкой сохраняются. Также на пешеходных переходах на улицах Чкалова и Академика Проскуры оборудуют светофор, а это значит, что здесь наконец-таки появится регулирование. Данная реконструкция городу обошлась в 92 миллиона 898 тысяч гривен. В сюжете «Харьковских известий» уже опубликовали снимки модели реконструированной развязки. После открытия она будет выглядеть таким образом. Как вам реконструкция развязки на Белгородском шоссе? Жду ваших комментариев, а пока я ненадолго прощаюсь. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!